И вот так необычно в 6-м роддоме Минска молодых мам поздравили Белорусская Федерация профсоюзов и МЧС. С помощью специальной вышки они передали через окна роддома цветы и подгузники. Получилось и красиво, и безопасно. В период распространения коронавируса здоровью мам и малышей особое внимание. Кроме этого, несмотря на дождливую погоду, площадку у роддома превратили в концертную. Для мам играл президентский оркестр и пели белорусские артисты. За вчерашние сутки 21 ребенок появился на свет. И сегодня уже с 12 часов ночи родилось 7 деток. Еще 6 мамы находятся в родильном зале. И к концу суток, я думаю, будет 13 новых минчан нашей столицы, родившихся в 6-м родильном доме. Вообще, если брать с начала года, в родильном доме 6-й клинической больницы родилось больше 1600 деток. 14 двоен родилось, 38 пар получили счастье материнства благодаря применению экстракорпорального оплодотворения. Сегодня эта акция проходит в таком формате впервые. Все было, так сказать, и предложено нашим молодежным советом Федерации профсоюзов Беларуси. Вот. Это праздник, когда вот такой теплый, действительно по-настоящему такой приятный осенний праздник. И мы хотели бы поздравить всех мам и у нас на предприятиях, и в любых организациях. Профсоюзы организовывают какие-то такие вот точки, где можно прийти, написать такую теплую, добрую открытку и отправить своей маме по почте. Вот хотелось бы сказать, что вот за прошлый год такое поздравление получило более 2 миллионов мам и бабушек.